Литва! Польша в опасности! Соловьева попердолила! Хотя поляки быть следующими, это не украинцы. Мы не будем к ним относиться, как братья. Мы нахрен уничтожим все эти города, вот просто насчет раз. Не используя для этого сухопутные войска. Это мы Украину жалеем. А здесь мы будем воевать, как американцы в Ираке. Мы просто ядерными ударами не уверен, а ракетными ударами и авиационными уверен, просто нахрен уничтожим. И даже думать не будем лишний раз. Нас, они, оказывается, жалеют. И не бомбят нас ковровыми бомбардировками, потому что, оказывается, просто не хотят. А не потому, что бомбилка в***на и высушена. Вот как они это впихивают своему народонаселению? Там реально до сих пор сидят перед телеком, лаптем щи наворачивают и кивают такие. Да-да, нам только бровь поднять и весь мир в пепел.